Так давайте я вас переведу. Пойдемте вместе. Ничего. Они должны остановиться. Вы уже остановились, вас пропускали. Вы помните, как можно было что-то забегать перед американцами? А-а-а. Крутой чувак. На светофоре на зеленом остановился, увидел бабушку, перевел через дорогу, помог перейти. Вот таким гражданам России респект и уважуха. Я готов стоять за ним столько времени, сколько потребуется вообще без всяких. Молодец, мужик. Так держать. Вот всем бы так.